Чуваки, которые про Skyrim спрашивают, которые не попали на старт стрима, я говорил сегодня, что я недолго стримлю сегодня Hearthstone, недолго. Типа, пару часов. Блять, мурлоков нет, и Брэна дали, бля. У меня нет выбора его не брать. Короче, кто не был на стриме, я сказал, что я сегодня недолго стримлю Hearthstone. Дальше я офую. И дальше настраиваю, настраиваю Skyrim, и скорее всего сегодня вечером его подрубаю, если все будет хорошо. Вот, поэтому, возможно, сегодня в часов 8-9 на Skyrim проходите. За мага буду играть, потому что обещал за мага играть. Беру, нет. Бля, там на улице какой-то невероятный пиздец, я вам скажу. Там так молния долбит или что-то такое, что просто... Так, пару, два трека еще не поставил, сори. Вообще в идеале 14к вернуть и в Skyrim пойти, просто в идеале. Минус 4, блядь, ну... Что я сделал? Ну, получается, что ничего я не сделал. Какая жалость. Ну, лут 100% охуенно, блядь. Найс поставил гомункулов, блядь. Лут 100% животные ебаные боссами. Да, блядь. Реально животные ебаные. Просто гомункулы мне еще 6 урона наносят, как бы это. Вау! Вау! Но это кумир всегда, потому что почему нет? Дракон нереально круто, прям супер круто, но кумир всегда. Мой дельтаплан! Тара-тара-та-ту-тара-ту-ту. Это ра-тара-ту-ту-туда. Молчу, заебал уже. Ра-ти-ту-ту-та. Ну хочу попеть. Я так-то хорошо пою, если распеться, я реально хорошо пою. Прям очень хорошо буду петь. Но это нужно распеваться, блять, тренироваться и так далее. Это не для меня, это не для меня, если что, не для меня. Меня это не для меня. Собирать ли триптих дурачеллы? Нет. Собирать ли триптих дурачеллы? Давайте соберем, давайте соберем, давайте. На характере собираем, блин. На характере берем весь мусор, который дают в игре. Ты хуел что ли или что? А, 50-50 проиграл. Ну все, бега. Ой, блядь. Владимир Никуля, стихи, блядь, стихи. Ну, кстати, блядь, если 50-50 выиграл бы, я бы забрал бы эту файт. Как луз-то, блядь, ну заебали. Блядь, просто уёбки ебаные, блядь. Найс удары. Пиздец, блядь. Найс играю в игру, блядь. Сука, блядь. Ёбаный бран, блядь. Сука, блядь, заебали. А, блядь, сюда нахуй, блядь, сюда, блядь. Сюда, блядь. Сюда, блядь, сюда. Сюда, блядь. Сюда, Варвара. Сюда! Сюда, блядь! Сюда, блядь! Я сейчас вылетаю, походу, блядь. Походу, вылетаю! Чё? А чё делать? Жизнь суровая штука, блядь. Извините, нахуй. Жизнь суровая штука. Нужно, блядь, реально... Ну, это серьезно. Жизнь очень суровая штука. Нужно быть готовым ко всему. Если вылечу, ну значит заслуженно, что сказать. Давай, к победе идем, блядь. Бобчик мой хорошенький, блядь. Вадим 2 в первый удар, и все хорошо. А. Колесгас, бля, у долбоеба ебаного. Колесгас, бля, да куда ты пиздишь, блядь? Сюда, блядь. Ну, у чела Колесгас, надо топ-4 занимать. Игра, блядь, лобби минус матерей. Судя по заходу. Варвара. Зверьки. Зверьки, значит, да? Хорошо, блядь, сюда, блядь, сюда, блядь. Хорошо. Сюда лут, блядь. Сюда лут.
Блять, какой же я классный все-таки, а, жесть. Ладно, может быть даже топ-1 поборем. Механизмов нету, с баблами нету. Что такое? Ага. Угу. Ага. Угу. Ну там одни, блядь, одни димонсы, поэтому сильные карты вперед просто ставим. Ну я не думаю, что там есть смысл играть от кливы и от прочей булдыги. Типа там всегда демоны, и играть нужно вокруг демонов только. Потому что у него красненький будет первый, а нам нужно, чтобы таунты сделали вэлью, плюс потом их ваншотнул красненький. Вот так нужно. Будет забавно, если там таунт бабл. Я такого там просто не может быть никогда вообще. Первый удар хорошо! Блять, только не гэмункула. Ах ты, блять. Хорошо. Ну, блядь, ну что за подкруточные удары, блядь, 6-6 луз, уёбок, 12 наносит, блядь. Минус 2, и ну, мне ж Мурика дадут сейчас, если выкинут кого-то. Не выкинули никого, охуенно, сейчас за этого, блядь, файта проебу игру, блядь. Гандоны ебаные. Ну, подкруточные мрази, блядь. Блядь, серьезно, из этого луза сейчас я, блядь, вылечу, потому что мне хп просто не хватит, или что? Охуенно. Просто охуенно. Просто зафакапили такой файт при условии того, что я должен был получать явно не 12. Типа, ну, блядь. Уже не 0-3, потому что мы еще дракончиком ударился. Уже победили, скорее всего. Брэнд Бронзебру, здравствуйте, здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. Я же говорю, мы нереально сильные. Ну, жмурика. Хорошо, блядь. Сюда, жмурик, сука. Ебать, вы видели забаф атаки на жирного? Вау. 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 А что если сейчас триплет баффера на заб... Что если сейчас... С обилки прохнет триплет за баферов на таунта, оттуда слияние таунт бабл яд. Что думаете? Даже бабл яд окей будет без таунта. Что думаете, чат? Что думаете, а? Я что, вылетаю, что ли? Что за хуйня? Я что, вылетаю, что ли? На что, вылет? Блять. Хорошо, блять, нахуй злобе. Пошел из лобби! Дружище! Бабам. Какая жалость, Маев! Какая жалость! Какая жалость! У чела был колесгас, у нас есть жировая прослойка. Мы его ёбнем! Мы его ёбнем, я думаю. Мы его ёбнем! Мы его ёбнем! На характере. Но нужен забав таунтов. Какая жалость! Кстати, Синета может упасть мехты, который ударит в жирного, и это и есть 0-5. Пока! Дурачок! Сия! Еще до сих пор может быть удар сюда, а на луза уже не будет. Ну чё, иди сюда, Колесгас. Ну, 280 хп Колесгаса, блядь, просто разотрёт в порошок. Я вам обещаю, 100% вин будет. Сейчас приду. Эй, блядь, слышь? Давай без хуйни, блядь. Давай без ядов жирного, тогда, блядь, всё будет хорошо. Только не жирного. Пока, блядь, пока в помойку, долбоёб, помойку. Go in the trash. Go in the trash. Хорошо. Один бран солянка. На характере вывез. 885.
Блин!